Воруют же. В России всегда коррупция. Кризис, кризис. В мире так не делают. Нет, сами не справимся. Шансов нет. В седле лидер партии «Гражданская платформа». Не надо бояться, нужно управлять. И мы возьмем любые барьеры. Голосуйте за партию «Гражданская платформа». Воруют же. В России всегда коррупция. Кризис, кризис. В мире так не делают. Нет, сами не справимся. Шансов нет. В седле лидер партии «Гражданская платформа». Не надо бояться, нужно управлять. И мы возьмем любые барьеры. Голосуйте за партию «Гражданская платформа». В России больше 40 миллионов пенсионеров. Сегодня у них хотят забрать последнее. Хватит заставлять пенсионеров выживать на нищенскую пенсию. В стране очень много одиноких пожилых людей. Над ними издеваются. Отбирают жилье. Дети отправляют родителей в дома от престарелых. Государство должно позаботиться об одиноких гражданах. В избирательном бюллетене наш номер 7. Голосуйте за ЛДПР. Народ хочет рынки и ярмарки, а супермаркеты растут как грибы. Народ хочет отечественное и свежее, а полки завалены импортным и замороженным. Народ требует справедливых цен, а торговая мафия их повышает. Единственный способ навести порядок – это национализировать всю торговую сеть нашей страны. В избирательном бюллетене наш номер 7. Голосуйте за ЛДПР. Меня зовут Олег Митваль. Номер 5. Партия «Зеленые». Сейчас очень важный год. Я обращаюсь к вам, чтобы вы потом не рассказывали детям, что могли что-то сделать для своей страны и не сделали. Мы должны поменять Государственную Думу. Мы должны жить по тем законам, по которым можно жить. Мы должны понимать, что если в Государственной Думе опять будет цирк, то наши дети нам этого не простят. Мы должны сделать Госдуму местом, где работают профессионалы. Сегодня большинство граждан знает 20 депутатов Государственной Думы. Кто они, остальные 430 человек? Мы должны знать, кто и чем занимается в Думе. 18 сентября выборы депутатов Государственной Думы. Этот день важный для вас и ваших детей. Мы должны навести порядок в стране и сделаем это вместе. Россия будет чистой, Россия будет честной. Как сын, как муж, как отец троих детей, дед троих внуков, обращаюсь к вам, дорогие женщины. Я считаю, что прежде всего вам можно доверить судьбу наших детей, наших семей, судьбу нашей страны. Именно вы больше всего испытываете трудности в нашей сегодняшней сложной жизни. Поэтому 18 сентября именно от вашего выбора зависит достойное настоящее и счастливое будущее. Партия «Патриоты России». Власть должна быть ответственна и профессиональна. Нам необходим общенациональный прорыв. Каждая российская семья должна получать доход от использования природных ресурсов. Все заработанные деньги должны оставаться в регионах, а не уходить в федеральный центр. Мы вернем парламентский контроль над исполнительной властью всех уровней. Мы знаем, как победить коррупцию во власти. Мы приведем во власть 10 тысяч честных, порядочных и профессиональных людей. Мы отвечаем за свои слова. Я Михаил Касьянов. Нынешняя власть завела Россию в тупик. Политика этой власти обрушила экономику. Именно по этой причине граждане сегодня беднеют. До сих пор в нашей стране не было политической партии, которая бы имела и опыт, и волю к проведению необходимых стране преобразований. Сегодня такая партия есть. Именно мы единственная партия, которая может провести системные преобразования, может изменить ситуацию в нашей стране. Будут политические преобразования,
будет и экономический рост. Партия Народной Свободы «Парнас». Единственная независимая от власти партия в России. Впервые за последние 20 лет у России появляется шанс нового старта. Дай России шанс на перемены. Голосуй за «Парнас». За партию президента. За единую Россию. Что такое сильная экономика? Это экономика, которая делает богаче каждого в нашей стране. Это новые заводы и современное жилье, компьютеры и зерно, космические спутники и тысячи километров дорог. Но экономика – это не сухие цифры статистики. Это прежде всего цены в магазинах, квитанции за коммуналку, зарплата. И мы работаем не для экономической отчетности, а чтобы тот, кто хочет трудиться, всегда мог заработать. А кто нуждается в помощи, всегда мог рассчитывать на поддержку государства. Наша цель – сделать жизнь каждого достойной. Слышать голос каждого – наша обязанность. Единая Россия. Голосуй сердцем. Приходи на выборы. Партия пенсионеров. Номер 3 в бюллетене. Задумайся о своем будущем. Приходи на выборы. Голосуй за себя. Партия пенсионеров. Номер 3 в бюллетене. Опыт и гражданскую позицию пенсионеров в органы публичной власти. Приходи на выборы. Голосуй за себя. Партия пенсионеров. Номер 3 в бюллетене. Голосуй сердцем. Голосуй за справедливость. Голосуй за партию пенсионеров. Все мы достигнем пенсионного возраста. Задумайся о своем будущем. Реформа пенсионной системы должна приниматься с согласия каждого гражданина страны. Партия пенсионеров. Мы больше, чем партия. Мы – фундамент страны. Партия пенсионеров. За справедливость. Номер 3 в избирательном бюллетене. Во главе списка Коммунистической партии «Коммунисты России» находятся товарищ Максим Сурайкин, председатель ЦК партии, Руслан Хугаев, кандидат экономических наук, Илья Ульянов, лидер организации «Атеисты России», Сергей Маленкович, имеет многолетний опыт депутатской работы, Ярослав Сидоров, боевой вожак коммунистов Москвы, Михаил Машковцев, возрождал Коммунистическую партию в лихие и опасные 90-е. Татьяна Гурьева, организатор протестного движения за права трудящихся и женщин. Владимир Рязанов, врач-хирург. Алексей Алексеев-Клочков, борец против коррупции. В нашем списке нет олигархов. В нашем списке нет паровозов. В нашем списке нет артистов. У нас только настоящие коммунисты. Голосуй за номер 2. Я Борис Титов. Я Татьяна Минеева. Олег Николаев. В политике настало время людей дела. Я уже более 11 лет занимаюсь бизнесом. Мой бизнес связан с розничными сетями, с общепитом. Генеральный директор управляющей компании. Люди дела идут в политику, потому что надо менять экономику. Цена на нефть упала, и теперь стране надо научиться зарабатывать по-новому. И мы знаем, как этого добиться. У нас есть программа «Стратегия роста», которую мы разрабатываем по поручению президента Российской Федерации. Партия роста создана для того, чтобы в стране была современная эффективная экономика. Росло число рабочих мест, а значит, у людей была достойная, обеспеченная и очень интересная жизнь. Я хочу построить комфортную страну для себя и для своих избирателей. Я хочу помочь малому бизнесу реализовать свои проекты. Если что-то хочешь изменить вокруг, начни с себя. И в этом наша социальная миссия. Голосуйте за нашу партию, и тогда в стране будет рост. За новый экономический рост. Партия роста. Я земля. Добрый день. Добрый день. День выборов. Ты, кстати, с выбором определился? Конечно. Отсюда вся картина как на ладони. И что за картина? Картина ясная. Партий много, а с народом одна. КПРФ. КПРФ. Мы правы. Мы сможем. Номер 12 в избирательном бюллетене. Решили голосовать за коммунистов? Ищите в избирательном бюллетене цифру 12.
эмблему Коммунистической партии Российской Федерации, фамилию Зюганов в списке кандидатов. Все соответствует? Голосуйте. В этом же бюллетене есть еще одна партия с похожим названием и похожей эмблемой. Не запутайтесь. КПРФ. Мы правы. Мы сможем. Политика превратила нашу страну в мишень для санкций. Под ударом государство и экономика. Люди беднеют. Мы идем на выборы, чтобы поменять политику и власть. Мы хотим жить в свободной и процветающей России. 18 сентября голосуйте. За яблоко. За новое яблоко. В России политика просто задушила экономику. Растут цены, остановился экономический рост, закрываются больницы и школы, люди беднеют. Это результат глубоко ошибочного курса власти. Чтобы сменить политику и власть, мы идем на парламентские и президентские выборы. Вы хотите жить в свободной, процветающей стране? 18 сентября. Голосуйте за яблоко. Когда тебе становится трудно, ты идешь черпать силы у своей родной земли, бескрайней, свободной, живой, где вечно будут жить в устах потомков подвиги ее сынов, живших и умиравших ради ее величия и процветания. Здесь не раз было доказано, что и один в поле воин, если на его стороне правда, а в душе его вера. Вера в свой народ. Наша страна – это страна героев. Будем же едины. Вместе мы – сила. Гражданская сила России. Партия «Родина». Великий русский философ Иван Ильин как-то сказал: «Никогда не жалуйся на время, в котором ты живешь. Ибо ты рожден, чтобы это время сделать чуть-чуть лучше». Идет тотальная дебилизация нашего населения. За последние два десятилетия было уничтожено более 23 тысяч деревень. Хочу обратиться к молодежи. За вами будущее нашей Родины. Партия «Родина». Национальный фронт. Первое в бюллетене. Партия «Родина». Партия «Родина» против нелегальной миграции. Мы за закон. Приехал, отработал, заплатил налоги и уехал домой. Никакой толерантности за счет безопасности и комфорта наших детей. Мы за консервативное общество, за семью с отцом и матерью. Мы за русский язык и традиционные религии. А Западу обещаем симметричный ответ. Ударом на удар. Партия «Родина». Национальный фронт. Первое в бюллетене. «Справедливая Россия». Номер 14 в избирательном бюллетене. Собственники жилья ежемесячно выплачивают сумму на капитальный ремонт. Новые поборы в кризис отбирают у россиян последние средства к существованию. «Справедливая Россия» выступает категорически против поборов на капитальный ремонт. Я, Роман Тубаян, прошу вас проголосовать за «Справедливую Россию». «Справедливая Россия». Номер 14 в избирательном бюллетене. Собственники жилья ежемесячно оплачивают капитальный ремонт своего дома. И, возможно, они смогут отремонтировать свой дом через 30 лет. Ну кто? Кто остановит это? Новые поборы в кризис отбирают у россиян последние средства к существованию. «Справедливая Россия» добивается отмены поборов за капитальный ремонт в домах. Я, Галина Хованская, прошу вас проголосовать за «Справедливую Россию». «Справедливая Россия». Номер 14 в избирательном бюллетене. Я Михаил Касьянов. Нынешняя власть завела Россию в тупик. Политика этой власти обрушила экономику. Именно по этой причине граждане сегодня беднеют. До сих пор в нашей стране не было политической партии, которая бы имела и опыт, и волю к проведению необходимых стране преобразований. Сегодня такая партия есть.
Дай России шанс на перемены. Голосуй за Парнас. У нас огромное количество людей живут в подполье и работают в подполье, делают бизнес в подполье. 20 миллионов человек сегодня никак не оформили свои отношения с государством. Имеют паспорт, но не платят ни налогов, ни пенсионные отчисления, ничего. Выходя на свет, они становятся сразу мишенью для правоохранительных органов. Если малый бизнес начнет работать легально, это уже серьезная прибавка к нашему ВВП. Партия Роста. Номер 9 в избирательном бюллетене. В России политика просто задушила экономику. Растут цены. Остановился экономический рост. Закрываются больницы и школы. Люди беднеют. Это результат глубоко ошибочного курса власти. Чтобы сменить политику и власть, мы идем на парламентские и президентские выборы. Вы хотите жить в свободной, процветающей стране? 18 сентября. Голосуйте за «Яблоко». Вместе с Геннадием Семигиным, Надежда Корнеева, заместитель председателя партии «Патриот России», Александр Рудской, герой Советского Союза, Валерий Очиров, герой Советского Союза, Александр Иншаков, актер, сценарист, продюсер, Сергей Ломакин, журналист, публицист, Оксана Глазьева, экономист, Сергей Глотов, доктор юридических наук, Евгений Хохольков, генерал ФСБ запаса, Магомед Алхазуров, кандидат политических наук. Голосуйте за номер 13. Партия «Патриот России». Собственники жилья ежемесячно оплачивают капитальный ремонт своего дома. И, возможно, они смогут отремонтировать свой дом через 30 лет. Ну кто? Кто остановит это? Новые поборы в кризис отбирают у россиян последние средства к существованию. Справедливая Россия добивается отмены поборов за капитальный ремонт в домах. Я, Галина Хованская, прошу вас проголосовать за Справедливую Россию. Справедливая Россия. Номер 14 в избирательном бюллетене. Воруют же. В России всегда коррупция. Кризис, кризис. В мире так не делают. Нет, сами не справимся. Шансов нет. В седле лидер партии «Гражданская платформа». Не надо бояться. Нужно управлять. И мы возьмем любые барьеры. Голосуйте за партию «Гражданская платформа». Нам пытаются выдать за настоящее, очень важно уметь отличать правду от вымысла. Мы берем на себя ответственность за каждое слово. Только так можно сделать правильный выбор. Выбор, который определит стабильное развитие страны. Создавать будущее России – наша цель. Вместе с президентом. Партия «Единая Россия». Номер 4 в избирательном бюллетене. Я Михаил Касьянов. Нынешняя власть завела Россию в тупик. Политика этой власти обрушила экономику. Именно по этой причине граждане сегодня беднеют. До сих пор в нашей стране не было политической партии, которая бы имела и опыт, и волю к проведению необходимых стране преобразований. Сегодня такая партия есть. Дай России шанс на перемены. Голосуй за Парнас. Политика превратила нашу страну в мишень для санкций. Под ударом государство и экономика. Люди беднеют. Мы идем на выборы, чтобы поменять политику и власть. Чтобы поменять политику и власть. Мы хотим жить в свободной и процветающей России. 18 сентября голосуйте. 18 сентября голосуйте за «Яблоко». Голосуйте за «Яблоко». За новое «Яблоко». Уважаемые соотечественники, кризис углубляется. НАТО окружает Россию. Украина захвачена бандеровцами. Пятая колонна готовится к реваншу. Все, больше ошибаться нельзя. Цена выбора исключительно велика. У нас сильная команда. КПРФ сможет. КПРФ. Мы правы. Мы сможем. Номер 12 в избирательном бюллетене. Как сын, как муж, как отец троих детей, дед троих внуков, обращаюсь к вам, дорогие женщины. Я считаю, что прежде всего вам можно доверить судьбу наших детей, наших семей,
судьбу нашей страны. Именно вы больше всего испытываете трудности в нашей сегодняшней сложной жизни. Поэтому 18 сентября именно от вашего выбора зависит достойное настоящее и счастливое будущее. Партия «Патриоты России». Партия «Родина». У меня был дед, который, умирая, мне сказал: «Внук, запомни 4 фразы, и ты выживешь. Люби родину свою больше, чем свою жизнь. Сердце отдай людям, душу Господу Богу, честь сохрани себе и никому ее не отдавай». Он попросил меня повторить, я повторил, но ничего тогда не понял. Но прошло 10 лет, я понял, что дед мне дал самый мощный фундамент, на котором я сегодня крепко стою, все 70 лет. Партия «Родина». Национальный фронт. Первое в бюллетене. За социализм, за советскую власть, за Советский Союз. Против олигархов, против коррумпированных чиновников, против пятой колонны и НАТО. Компартия «Коммунисты России» нанесет 10 сталинских ударов по капитализму. Максим Сурайкин, товарищ Максим, лидер российских коммунистов. Голосуй за номер 2. Мы обеспечим доступность детских садов и школ для инвалидов. А благодаря президенту на средства реабилитации будет выделено без малого 30 миллиардов рублей. Партия будет добиваться реализации программы доступного специального и высшего образования с гарантированным последующим трудоустройством людей с ограниченными возможностями. Это реальные шаги для повышения качества жизни людей. Слышать голос каждого – наша обязанность. Голосуй за партию президента. Партия «Единая Россия», номер 4 в избирательном бюллетене. Меня зовут Олег Митваль, номер 5, партия «Зеленые». Сейчас очень важный год. Я обращаюсь к вам, чтобы вы потом не рассказывали детям, что могли что-то сделать для своей страны и не сделали. 18 сентября – выборы депутатов Государственной Думы. Мы должны навести порядок в стране и сделаем это вместе. Россия будет чистой, Россия будет честной. Я Михаил Касьянов. Нынешняя власть завела Россию в тупик. Политика этой власти обрушила экономику. Именно по этой причине граждане сегодня беднеют. До сих пор в нашей стране не было политической партии, которая бы имела и опыт, и волю к проведению необходимых в стране преобразований. Сегодня такая партия есть. Дай России шанс на перемены. Голосуй за Парнас. В России политика просто задушила экономику. Растут цены, остановился экономический рост, закрываются больницы и школы, люди беднеют. Это результат глубоко ошибочного курса власти. Чтобы сменить политику и власть, мы идем на парламентские и президентские выборы. Вы хотите жить в свободной, процветающей стране? 18 сентября. Голосуйте за «Яблоко». Земля, земля, я земля. Добрый день. Добрый день, день выборов. Ты, кстати, с выбором определился? Конечно, отсюда вся картина как на ладони. И что за картина? Картина ясная. Партий много, а с народом одна. КПРФ. КПРФ. Мы правы. Мы сможем. Номер 12 в избирательном бюллетене. Вместе с Геннадием Семигиным, Надежда Корнеева, заместитель председателя партии «Патриоты России», Александр Рудской, герой Советского Союза, Валерий Ачиров, герой Советского Союза, Александр Иншаков, актер, сценарист, продюсер, Сергей Ломакин, журналист, публицист, Оксана Глазьева, экономист, Сергей Глотов, доктор юридических наук, Евгений Хохольков, генерал ФСБ запаса, Магомед Алхазуров, кандидат политических наук. Голосуйте за номер 13. Партия «Патриоты России». Партия «Родина». Партия «Родина» против нелегальной миграции. Мы за закон. Приехал, отработал, заплатил налоги и уехал домой. Никакой толерантности за счет безопасности и комфорта наших детей. Мы за консервативное общество, за семью с отцом и матерью. Мы за русский язык и традиционные религии. А Западу обещаем симметричный ответ. Ударом на удар. Партия «Родина». Национальный фронт. Первое в бюллетене. За социализм!
За советскую власть, за Советский Союз, против олигархов, против коррумпированных чиновников, против пятой колонны и НАТО. Компартия «Коммунисты России» нанесет 10 сталинских ударов по капитализму. Максим Сурайкин, товарищ Максим, лидер российских коммунистов. Голосуй за номер 2. Наши родители собрали для нас великую страну, Россию. Мы должны сохранить ее и передать нашим детям. Мы должны думать о среде, в которой живем, о пенсионерах. Я иду в Единую Россию для того, чтобы защитить здоровье людей, для того, чтобы они дольше и лучше жили. За партию президента, за Единую Россию. Мы взмыли в облака и опустились в пучину океанов. Мы отняли у недр то, что было скрыто, но ничего не дали взамен. Что делать, когда ресурсы планеты закончатся? Как сохранить чистой питьевую воду? Получить энергию солнца и ветра? Найдем ответы вместе. Проголосуй за Российскую экологическую партию «Зеленые» на выборах 18 сентября. Номер 5 в бюллетене. В России больше 50 миллионов автолюбителей. Водители устали от проблем. Плохие дороги, рост цен на бензин, транспортный налог, безумство эвакуаторов, проблемы с парковкой, дорогое ОСАГО, пробки, коррупция, поборы на дорогах. Да сколько можно? ЛДПР против этого. Положим вместе конец этому беспределу. За ЛДПР! В избирательном бюллетене наш номер 7. Голосуйте за ЛДПР. Я как офицер вооруженных сил Советского Союза, сын офицера и внук погибшего под Москвой солдата, обращаюсь к вам, к защитникам Отечества. Мы доказали, что можем отстоять независимость и национально-государственные интересы нашей страны. 18 сентября мы можем защитить наши семьи, наш российский народ и наше будущее. Голосуйте за партию «Патриоты России». Я Михаил Касьянов. Нынешняя власть завела Россию в тупик. Политика этой власти обрушила экономику. Именно по этой причине граждане сегодня беднеют. До сих пор в нашей стране не было политической партии, которая бы имела и опыт, и волю к проведению необходимых в стране преобразований. Сегодня такая партия есть. Дай России шанс на перемены. Голосуй за Парнас. Меня зовут Олег Митваль, номер 5, партия «Зеленые». Сейчас очень важный год. Я обращаюсь к вам, чтобы вы потом не рассказывали детям, что могли что-то сделать для своей страны и не сделали. 18 сентября выборы депутатов Государственной Думы. Мы должны навести порядок в стране и сделаем это вместе. Россия будет чистой, Россия будет честной. Материнский капитал получили уже почти 7 миллионов российских семей. Многие именно благодаря этому улучшили свои жилищные условия. Мы найдем способы продолжить эту важнейшую программу. Слышать голос каждого – наша обязанность. Голосуй за партию президента. Партия «Единая Россия», номер 4 в избирательном бюллетене. За социализм, за советскую власть, за Советский Союз, против олигархов, против коррумпированных чиновников, против пятой колонны и НАТО. Компартия «Коммунисты России» нанесет 10 сталинских ударов по капитализму. Максим Сурайкин, товарищ Максим, лидер российских коммунистов. Голосуй за номер 2. Решили голосовать за коммунистов? Ищите в избирательном бюллетене цифру 12. Эмблему Коммунистической партии Российской Федерации, фамилию Зюганов в списке кандидатов. Все соответствует? Голосуйте. В этом же бюллетене есть еще одна партия с похожим названием и похожей эмблемой. Не запутайтесь. КПРФ. Мы правы. Мы сможем.
Голосуй сердцем. Голосуй за справедливость. Голосуй за партию пенсионеров. Все мы достигнем пенсионного возраста. Задумайся о своем будущем. Реформа пенсионной системы должна приниматься с согласия каждого гражданина страны. Партия пенсионеров. Мы больше, чем партия. Мы – фундамент страны. Партия пенсионеров. За справедливость. Номер 3 в избирательном бюллетене. За социализм, за советскую власть, за Советский Союз, против олигархов, против коррумпированных чиновников, против пятой колонны и НАТО. Компартия «Коммунисты России» нанесет 10 сталинских ударов по капитализму. Максим Сурайкин, товарищ Максим, лидер российских коммунистов. Голосуй за номер 2. В России политика просто задушила экономику. Растут цены, остановился экономический рост, закрываются больницы и школы, люди беднеют. Это результат глубоко ошибочного курса власти. Чтобы сменить политику и власть, мы идем на парламентские и президентские выборы. Вы хотите жить в свободной, процветающей стране 18 сентября? Голосуйте за «Яблоко». Я Михаил Касьянов. Нынешняя власть завела Россию в тупик. Политика этой власти обрушила экономику. Именно по этой причине граждане сегодня беднеют. До сих пор в нашей стране не было политической партии, которая бы имела и опыт, и волю к проведению необходимых в стране преобразований. Сегодня такая партия есть. Дай России шанс на перемены. Голосуй за Парнас. Почему «Единая Россия»? Нам всем нужна сильная и самостоятельная, открытая и благополучная Россия, где государство и граждане слышат и уважают друг друга, где каждый может реализовать себя, свой талант, потому что главное для нас – это люди, самые простые, проживающие в городах и на селе, на всей необъятной территории нашей. Сделали Россию единой, сделаем Россию сильной. В России политика просто задушила экономику. Растут цены, остановился экономический рост, закрываются больницы и школы, люди беднеют. Это результат глубоко ошибочного курса власти. Чтобы сменить политику и власть, мы идем на парламентские и президентские выборы. Вы хотите жить в свободной, процветающей стране 18 сентября? Голосуйте за «Яблоко». Сначала народ подсадили на кредиты. И народ влез в долги, из которых не выбраться. А теперь к людям отправляют коллекторов. Они издеваются, насилуют, жгут, стреляют, уничтожают, калечат. Ведут себя как бандиты и завоеватели. ЛДПР против этого. Положим вместе конец этому беспределу. Мы предлагали полностью запретить эту службу. Это криминал. В избирательном бюллетене наш номер 7. Голосуйте за ЛДПР. Партия «Родина». ИГИЛ – террористическая организация, запрещенная на территории России. Но сколько эту мантру не повторять, безопаснее от этого не становится. Россия испытала на себе ужасы террора. Мы хорошо помним, где наш президент предлагал мочить террористов. И эту тактику надо продолжать. Я, Алексей Новгородов, всю жизнь боролся и продолжу бороться с этим злом. Голосуя за партию «Родина», вы голосуете за безопасность. Партия «Родина». Национальный фронт. Первая в бюллетене. Партия «Родина». ИГИЛ – террористическая организация, запрещенная на территории России. Но сколько эту мантру не повторять, безопаснее от этого не становится. Россия испытала на себе ужасы террора. Мы хорошо помним, где наш президент предлагал мочить террористов. И эту тактику надо продолжать. Я, Алексей Новгородов, всю жизнь боролся и продолжу бороться с этим злом. Голосуя за партию «Родина», вы голосуете за безопасность. Партия «Родина». Национальный фронт. Первая в бюллетене.
Собственники жилья ежемесячно оплачивают капитальный ремонт своего дома. И, возможно, они смогут отремонтировать свой дом через 30 лет. Ну кто? Кто остановит это? Новые поборы в кризис отбирают у россиян последние средства к существованию. Справедливая Россия добивается отмены поборов за капитальный ремонт в домах. Я, Галина Хованская, прошу вас проголосовать за «Справедливую Россию». «Справедливая Россия» номер 14 в избирательном бюллетене. Дыши, дыши! Амбулатория рядом! Доберемся скоро. Тьфу ты, закрыли! Придется в район ехать. За последние годы были закрыты тысячи сельских больниц и акушерских пунктов. «Справедливая Россия» добьется возвращения на село медицины и образования. «Справедливая Россия» номер 14 в избирательном бюллетене. Воруют же. В России всегда коррупция. Кризис, кризис. В мире так не делают. Нет, сами не справимся. Шансов нет. В седле лидер партии «Гражданская платформа». Не надо бояться. Нужно управлять. И мы возьмем любые барьеры. Голосуйте за партию «Гражданская платформа». Воруют же. В России всегда коррупция. Кризис, кризис. В мире так не делают. Нет, сами не справимся. Шансов нет. В седле лидер партии «Гражданская платформа». Не надо бояться. Нужно управлять. И мы возьмем любые барьеры. Голосуйте за партию «Гражданская платформа». В России больше 50 миллионов автолюбителей. Они исправно платят налоги, но проблем не становится меньше. Водители устали от проблем. Плохие дороги, рост цен на бензин, транспортный налог, безумство эвакуаторов, проблемы с парковкой, издевательство страховых компаний, дорогое ОСАГО. Пробки, коррупция, поборы на дорогах. Да сколько можно? Народ лишают простой возможности водить свои автомобили. Кто-то лишается единственного способа прокормить свою семью. Бесконечные неоправданные штрафы берут водителей за горло и лишают прав. Хватит ехать по чужой указке. ЛДПР против этого. Положим вместе конец этому беспределу. Сама история говорит сегодня за ЛДПР. В избирательном бюллетене наш номер 7. Голосуйте за ЛДПР. Ты пойдешь голосовать? Лучше на дачу съезжу. Побуду на природе. А ты? Я тоже. У меня и так давно не было выходных. Хочу дома поваляться. Часто голоса остаются забытыми. Их считают ненужными и бесполезными. Но вместе они могут сделать мир лучше. Подумай о своем голосе. 18 сентября проголосуй за Российскую экологическую партию «Зеленые». Природе нужен твой голос. Мы взмыли в облака и опустились в пучину океанов. Мы отняли у недр то, что было скрыто, но ничего не дали взамен. Что делать, когда ресурсы планеты закончатся? Как сохранить чистый питьевую воду? Получить энергию солнца и ветра. Найдем ответы вместе. Проголосуй за Российскую экологическую партию «Зеленые» на выборах 18 сентября. Номер 5 в бюллетене. Как сын, как муж, как отец троих детей, дед троих внуков, обращаюсь к вам, дорогие женщины. Я считаю, что прежде всего вам можно доверить судьбу наших детей, наших семей, судьбу нашей страны. Именно вы больше всего испытываете трудности в нашей сегодняшней сложной жизни. Поэтому 18 сентября именно от вашего выбора зависит достойное настоящее и счастливое будущее. Партия «Патриоты России». Власть должна быть ответственна и профессиональна. Нам необходим общенациональный прорыв. Каждая российская семья должна получать доход от использования природных ресурсов. Все заработанные деньги должны оставаться в регионах, а не уходить в федеральный центр. Мы вернем парламентский контроль над исполнительной властью всех уровней. Мы знаем, как победить коррупцию во власти. Мы приведем во власть
10 тысяч честных, порядочных и профессиональных людей. Мы отвечаем за свои слова. Я Михаил Касьянов. Нынешняя власть завела Россию в тупик. Политика этой власти обрушила экономику. Именно по этой причине граждане сегодня беднеют. До сих пор в нашей стране не было политической партии, которая бы имела и опыт, и волю к проведению необходимых в стране преобразований. Сегодня такая партия есть. Именно мы единственная партия, которая может провести системные преобразования, может изменить ситуацию в нашей стране. Будут политические преобразования, будет и экономический рост. Партия народной свободы «Парнас». Единственная независимая от власти партия в России. Впервые за последние 20 лет у России появляется шанс нового старта. Дай России шанс на перемены. Голосуй за «Парнас». Знаю по себе. Часто спортсмен выходит на ринг, готовый умереть ради победы. Наша задача – создать условия для честной победы. Для этого мы должны развивать массовый спорт. Уже в нынешнем году мы выделим на спортзалы в сельских школах свыше 1,5 миллиарда рублей. И обязательно продолжим эту программу дальше. Действовать в интересах людей – наша работа. Вместе с президентом. Партия «Единая Россия». Номер 4 в избирательном бюллетене. Почему «Единая Россия»? Нам всем нужна сильная и самостоятельная, открытая и благополучная Россия, где государство и граждане слышат и уважают друг друга, где каждый может реализовать себя, свой талант, потому что главное для нас – это люди, самые простые, проживающие в городах и на селе, на всей необъятной территории нашей. Сделали Россию единой, сделаем Россию сильной. Голосуй сердцем. Голосуй за справедливость. Голосуй за партию пенсионеров. Все мы достигнем пенсионного возраста. Задумайся о своем будущем. Реформа пенсионной системы должна приниматься с согласия каждого гражданина страны. Партия пенсионеров. Мы больше, чем партия. Мы фундамент страны. Партия пенсионеров. За справедливость. Номер 3 в избирательном бюллетене. Партия пенсионеров – это партия будущего. Мы защитим интересы настоящих и будущих пенсионеров в органах государственной власти. Пенсионеры должны стать теми, кому на Руси жить хорошо. Мы будем добиваться вместе принятия пенсионного кодекса, устанавливающего единый для всех принцип расчета пенсии, общественного контроля за оказанием медицинской помощи. Приходи на выбор. Голосуй за себя. Партия пенсионеров. Номер 3 в бюллетене. Во главе списка Коммунистической партии «Коммунисты России» находятся товарищ Максим Сурайкин, председатель ЦК партии, Руслан Хугаев, кандидат экономических наук, Илья Ульянов, лидер организации «Атеисты России», Сергей Маленкович, имеет многолетний опыт депутатской работы, Ярослав Сидоров, боевой вожак коммунистов Москвы, Михаил Машковцев, возрождал Коммунистическую партию в лихие и опасные 90-е. Татьяна Гурьева, организатор протестного движения за права трудящихся и женщин. Владимир Рязанов, врач-хирург. Алексей Алексеев Клочков, борец против коррупции. В нашем списке нет олигархов. В нашем списке нет паровозов. В нашем списке нет артистов. У нас только настоящие коммунисты. Голосуй за номер 2. Я Борис Титов. Я Татьяна Минеева. Олег Николаев. В политике настало время людей дела. Я уже более 11 лет занимаюсь бизнесом. Мой бизнес связан с розничными сетями, с общепитом. Генеральный директор управляющей компании. Люди дела идут в политику, потому что надо менять экономику. Цена на нефть упала, и теперь в стране надо научиться зарабатывать по-новому. И мы знаем, как этого добиться. У нас есть программа «Стратегия роста», которую мы разрабатываем по поручению президента Российской Федерации. Партия роста создана для того,
того, чтобы в стране была современная эффективная экономика. Росло число рабочих мест, а значит, у людей была достойная, обеспеченная и очень интересная жизнь. Я хочу построить комфортную страну для себя и для своих избирателей. Я хочу помочь малому бизнесу реализовать свои проекты. Если что-то хочешь изменить вокруг, начни с себя. И в этом наша социальная миссия. Голосуйте за нашу партию, и тогда в стране будет рост. За новый экономический рост. Партия роста. Я верю, что все люди могут стать добрыми и счастливыми. Очень хочу, чтобы завод папы заработал. Пусть у меня, братика, папа и мама, будет своя квартира. На земле никогда не будет больше войны. Мечтаю, чтобы у нашей семьи хватило денег вылечить мою сестренку. Это мечты наших детей. Они должны стать реальностью. Пора действовать. Мы правы, мы сможем. КПРФ. Я земля. Добрый день. Добрый день. День выборов. Ты, кстати, с выбором определился? Конечно. Отсюда вся картина как на ладони. И что за картина? Картина ясная. Партий много, а с народом одна. КПРФ. КПРФ. Мы правы. Мы сможем. Номер 12 в избирательном бюллетене. Политика превратила нашу страну в мишень для санкций. Под ударом государство и экономика. Люди беднеют. Мы идем на выборы, чтобы поменять политику и власть. Чтобы поменять политику и власть. Мы хотим жить в свободной и процветающей России. 18 сентября голосуйте. 18 сентября голосуйте за яблоко. Голосуйте за яблоко. За новое яблоко. В России политика просто задушила экономику. Растут цены, остановился экономический рост, закрываются больницы и школы, люди беднеют. Это результат глубоко ошибочного курса власти. Чтобы сменить политику и власть, мы идем на парламентские и президентские выборы. Вы хотите жить в свободной, процветающей стране? 18 сентября. Голосуйте за яблоко. Когда тебе становится трудно, ты идешь черпать силы у своей родной земли. Бескрайней, свободной, живой, где вечно будут жить в устах потомков подвиги ее сынов, живших и умиравших ради ее величия и процветания. Здесь не раз было доказано, что и один в поле воин, если на его стороне правда, а в душе его вера. Вера в свой народ. Наша страна – это страна героев. Будем же едины. Вместе мы – сила. Гражданская сила России. За социализм, за советскую власть, за Советский Союз. Против олигархов, против коррумпированных чиновников, против пятой колонны и НАТО. Компартия «Коммунисты России» нанесет 10 сталинских ударов по капитализму. Максим Товарищ Максим, лидер российских коммунистов. Голосуй за номер 2. Наше предназначение – преодолевать барьеры и никогда не останавливаться на достигнутом. Мы были первыми в космосе и навсегда останемся в числе лидеров. Благодаря президенту у нас появился новый космодром, и мы в полной мере реализуем программу развития космоса. Действовать в интересах людей – наша работа. Вместе с президентом. Партия «Единая Россия» номер 4 в избирательном бюллетене. Мы взмыли в облака и опустились в пучину океанов. Мы отняли у недр то, что было скрыто.
но ничего не дали взамен. Что делать, когда ресурсы планеты закончатся? Как сохранить чистой питьевую воду? Получить энергию солнца и ветра? Найдем ответы вместе. Проголосуй за Российскую экологическую партию «Зеленые» на выборах 18 сентября. Номер 5 в бюллетене. Народ заманили приватизацией жилья. Договорились, что все отремонтируют за счет бюджета. А в итоге ввели грабительские сборы на капремонт. На плечи людей власти переложили рухлядь, долги и все тяготы. ЛДПР против этого. Положим вместе конец этому беспределу. История всегда показывает, на чьей стороне правда. В избирательном бюллетене наш номер 7. Голосуйте за ЛДПР. Когда тебе становится трудно, ты идешь черпать силы у своей родной земли. Бескрайней, свободной, живой, где вечно будут жить в устах потомков подвиги ее сынов, живших и умиравших ради ее величия и процветания. Вместе мы сила, гражданская сила России. Я земля. Добрый день. Добрый день. День выборов. Ты, кстати, с выбором определился? Конечно. Отсюда вся картина как на ладони. И что за картина? Картина ясная. Партий много, а с народом одна. КПРФ. Ты права. Мы сможем. Номер 12 в избирательном бюллетене. Почему «Единая Россия»? Хорошо помню, как создавалась «Единая Россия». В этом была как раз моя инициатива. Нам предстояло выправить ситуацию. По сути, восстановить дееспособность государства. Укрепить его целостность и федеративные основы. Преодолеть раскол в самом обществе. И такой точкой сборки страны и стала «Единая Россия». За партию президента. За «Единую Россию». Политика превратила нашу страну в мишень для санкций. Под ударом государство и экономика. Люди беднеют. Мы идем на выборы, чтобы поменять политику и власть. Чтобы поменять политику и власть. Мы хотим жить в свободной и процветающей России. 18 сентября голосуйте. 18 сентября голосуйте за яблоко. Голосуйте за яблоко. За новое яблоко. Рост в России возможен, и мы это доказываем. За счет развития частной инициативы. Для этого надо создать условия. Снизу начнется, как трава, расти в огороде огромное количество различных предприятий. В других странах там 80-90% рабочих мест – это малый и средний бизнес. Они должны обеспечивать базовые потребности людей. И вот для этого нужен малый и средний бизнес. Только он может это делать. Партия роста. Номер 9 в избирательном бюллетене. Голосуй за своих. В седле лидер партии «Гражданская платформа». Не надо бояться, нужно управлять. И мы возьмем любые барьеры. Голосуйте за партию «Гражданская платформа». Партия «Родина». ИГИЛ – террористическая организация, запрещенная на территории России. Но сколько эту мантру не повторять, безопаснее от этого не становится. Россия испытала на себе ужасы террора. Мы хорошо помним, где наш президент предлагал мочить террористов. И эту тактику надо продолжать. Я, Алексей Новгородов, всю жизнь боролся и продолжу бороться с этим злом. Голосуя за партию «Родина», вы голосуете за безопасность. Партия «Родина». Национальный фронт. Первая в бюллетене. В России политика просто задушила экономику. Растут цены, остановился экономический рост, закрываются больницы и школы, люди беднеют. Это результат глубоко ошибочного курса власти. Чтобы сменить политику и власть, мы идем на парламентские и президентские выборы. Вы хотите жить в свободной, процветающей стране 18 сентября? Голосуйте за яблоко.
Власть должна быть ответственна и профессиональна. Нам необходим общенациональный прорыв. Каждая российская семья должна получать доход от использования природных ресурсов. Все заработанные деньги должны оставаться в регионах, а не уходить в федеральный центр. Мы вернем парламентский контроль над исполнительной властью всех уровней. Мы знаем, как победить коррупцию во власти. Мы приведем во власть 10 тысяч честных, порядочных и профессиональных людей. Мы отвечаем за свои слова. В седле лидер партии «Гражданская платформа». Не надо бояться, нужно управлять. И мы возьмем любые барьеры. Голосуйте за партию «Гражданская платформа». Меня зовут Олег Митваль, номер 5, партия «Зеленые». Сейчас очень важный год. Я обращаюсь к вам, чтобы вы потом не рассказывали детям, что могли что-то сделать для своей страны и не сделали. 18 сентября – выборы депутатов Государственной Думы. Мы должны навести порядок в стране и сделаем это вместе. Россия будет чистой, Россия будет честной. Сегодня во многих городах России вообще нет кинотеатров. Теперь мы начали их строить. По первоначальному плану будет 500 кинотеатров. Это только часть широкой программы партии «Единая Россия» в области культуры, искусства и кинематографа. Действовать в интересах людей – наша работа. Голосуй за партию президента. Партия «Единая Россия» номер 4 в избирательном бюллетене. Люди дело идут в политику, потому что надо менять экономику. Цена на нефть упала, и теперь стране надо научиться зарабатывать по-новому. И мы знаем, как этого добиться. У нас есть программа «Стратегия роста», которую мы разрабатываем по поручению президента Российской Федерации. Партия роста создана для того, чтобы в стране была современная эффективная экономика. Росло число рабочих мест, а значит, у людей была достойная, обеспеченная и очень интересная жизнь. За новый экономический рост. Партия роста. Когда тебе становится трудно, ты идешь черпать силы у своей родной земли. Бескрайней, свободной, живой, где вечно будут жить в устах потомков подвиги ее сынов, живших и умиравших ради ее величия и процветания. Вместе мы сила, гражданская сила России. В России политика просто задушила экономику. Растут цены, остановился экономический рост, закрываются больницы и школы, люди беднеют. Это результат глубоко ошибочного курса власти. Чтобы сменить политику и власть, мы идем на парламентские и президентские выборы. Вы хотите жить в свободной, процветающей стране 18 сентября? Голосуйте за «Яблоко». Партия «Родина». Коррупция, организованная преступность, чиновничий беспредел – это язва на теле России. Мы, партия «Родина», без жалости и сантиментов будем искоренять это в зародыше, чтобы народы России спокойно жили и развивались в нашей многонациональной стране. Мы – спецназ президента. Партия «Родина». Национальный фронт. Первое в бюллетене. Люди дело идут в политику, потому что надо менять экономику. Цена на нефть упала, и теперь стране надо научиться зарабатывать по-новому. И мы знаем, как этого добиться. У нас есть программа «Стратегия роста», которую мы разрабатываем по поручению президента Российской Федерации. Партия роста создана для того, чтобы в стране была современная эффективная экономика. Росло число рабочих мест, а значит, у людей была достойная, обеспеченная и очень интересная жизнь. За новый экономический рост. Партия роста. Дар политического предвидения дается не всем. Еще в 1992 году Владимир Жириновский заявил о необходимости вернуть Крым России. Все годы в Крыму и Севастополе работала подпольная ячейка ЛДПР. Через 22 года Крым и Севастополь вернулись в Россию. История всегда показывает, на чьей стороне правда. В избирательном бюллетене наш номер 7. Голосуйте за ЛДПР. Я Михаил Касьянов. Нынешняя власть завела Россию в тупик.
Политика этой власти обрушила экономику. Именно по этой причине граждане сегодня беднеют. До сих пор в нашей стране не было политической партии, которая бы имела и опыт, и волю к проведению необходимых стране преобразований. Сегодня такая партия есть. Дай России шанс на перемены. Голосуй за Парнас. Мы взмыли в облака и опустились в пучину океанов. Мы отняли у недр то, что было скрыто, но ничего не дали взамен. Что делать, когда ресурсы планеты закончатся? Как сохранить чистой питьевую воду? Получить энергию солнца и ветра? Найдем ответы вместе. Проголосуй за Российскую экологическую партию «Зеленые» на выборах 18 сентября. Номер 5 в бюллетене. Голосуй сердцем. Голосуй за справедливость. Голосуй за партию пенсионеров. Все мы достигнем пенсионного возраста. Задумайся о своем будущем. Реформа пенсионной системы должна приниматься с согласия каждого гражданина страны. Партия пенсионеров. Мы больше, чем партия. Мы фундамент страны. Партия пенсионеров. За справедливость. Номер 3 в избирательном бюллетене. Когда тебе становится трудно, ты идешь черпать силы у своей родной земли, бескрайней, свободной, живой, где вечно будут жить в устах потомков подвиги ее сынов, живших и умиравших ради ее величия и процветания. Вместе мы сила, гражданская сила России. В России политика просто задушила экономику. Растут цены, остановился экономический рост, закрываются больницы и школы, люди беднеют. Это результат глубоко ошибочного курса власти. Чтобы сменить политику и власть, мы идем на парламентские и президентские выборы. Вы хотите жить в свободной, процветающей стране 18 сентября? Голосуйте за «Яблоко». Земля, земля, я земля. Добрый день. Добрый день, день выборов. Ты, кстати, с выбором определился? Конечно, отсюда вся картина как на ладони. И что за картина? Картина ясная. Партий много, а с народом одна. КПРФ. КПРФ. Мы правы. Мы сможем. Номер 12 в избирательном бюллетене. Как сын, как муж, как отец троих детей, дед троих внуков, обращаюсь к вам, дорогие женщины. Я считаю, что прежде всего вам можно доверить судьбу наших детей, наших семей, судьбу нашей страны. Именно вы больше всего испытываете трудности в нашей сегодняшней сложной жизни. Поэтому 18 сентября именно от вашего выбора зависит достойное настоящее и счастливое будущее. Партия «Патриоты России». За социализм, за советскую власть, за Советский Союз. Против олигархов, против коррумпированных чиновников, против пятой колонны и НАТО. Компартия «Коммунисты России» нанесет 10 сталинских ударов по капитализму. Максим Сурайкин. Товарищ Максим. Лидер российских коммунистов. Голосуй за номер 2. Мы прочно удерживаем первое место в мире по количеству космических пусков. Активно развиваем орбитальную спутниковую группировку и создаем новые космические технологии. Космос обеспечивает заказами заводы и укрепляет народное хозяйство. Создавать будущее России – наша цель. Голосуй за партию президента. Партия «Единая Россия». Номер 4 в избирательном бюллетене. Меня зовут Олег Митваль. Номер 5. Партия «Зеленые». Сейчас очень важный год. Я обращаюсь к вам, чтобы вы потом не рассказывали детям, что могли что-то сделать для своей страны и не сделали. 18 сентября – выборы депутатов Государственной Думы. Мы должны навести порядок в стране и сделаем это вместе.
Россия будет чистой, Россия будет честной. В стране до сих пор действует система ЕГЭ. Повсеместно сокращают вузы. Почти все образование становится платным. Россию лишают будущих открытий и достижений. ЛДПР против этого. Положим вместе конец этому беспределу. Все устали от ЕГЭ. Нужно всех принимать в вузы и отсеивать после первого года обучения. В избирательном бюллетене наш номер 7. Голосуйте за ЛДПР. Раньше люди трудились и получали жилье. А что народ получает сейчас? Грабительскую ипотеку или бесконечную очередь? ЛДПР против этого. Положим вместе конец этому беспределу. Жилье через ипотеку – это кабала. Надо восстановить жилищно-строительные кооперативы. Так будет честнее. В избирательном бюллетене наш номер 7. Голосуйте за ЛДПР. Дорогие избиратели, вы и ваши семьи – национальное достояние нашей России. Вас убеждают в том, что в стране ничего изменить нельзя. Это неправда. Мы с вами реально можем полностью сменить состав Государственной Думы, заменить правительство страны и местную власть, а затем срочно решить острейшие проблемы наших семей. Мы сделаем это и отвечаем за свои слова. Мы с вами – патриоты России, последняя надежда нашей страны. Я Михаил Касьянов. Нынешняя власть завела Россию в тупик. Политика этой власти обрушила экономику. Именно по этой причине граждане сегодня беднеют. До сих пор в нашей стране не было политической партии, которая бы имела и опыт, и волю к проведению необходимых стране преобразований. Сегодня такая партия есть. Дай России шанс на перемены. Голосуй за Парнас. Меня зовут Олег Митваль, номер 5, партия «Зеленые». Сейчас очень важный год. Я обращаюсь к вам, чтобы вы потом не рассказывали детям, что могли что-то сделать для своей страны и не сделали. 18 сентября – выборы депутатов Государственной Думы. Мы должны навести порядок в стране и сделаем это вместе. Россия будет чистой, Россия будет честной. В Советском Союзе было 80 катков, сейчас около 500, и они заполнены. Я горжусь тем, что мы смогли сберечь наши спортивные традиции. Партия Путина сделает все, чтобы возможностей для занятий спортом и впредь становилось больше. И кто бы ни старался сместить чашу весов в современном спорте в свою пользу, гимн нашей страны всегда будет звучать на самых главных площадках мира. Создавать будущее России – наша цель. Вместе с президентом партия «Единая Россия» номер 4 в избирательном бюллетене. За социализм, за советскую власть, за Советский Союз, против олигархов, против коррумпированных чиновников, против пятой колонны и НАТО. Компартия «Коммунисты России» нанесет 10 сталинских ударов по капитализму. Максим Сурайкин, товарищ Максим, лидер российских коммунистов. Голосуй за номер 2. Дорогие друзья, мои товарищи, КПРФ готова взять ответственность за страну. В 17-м коммунисты спасли Россию, в 45-м разгромили фашизм, первыми прорвались в космос. Сегодня перед нами новая задача – выбраться из тупика и криминального болота. С программой КПРФ, программой развития к новым вершинам. Мы правы, мы сможем. КПРФ, мы правы, мы сможем. Партия пенсионеров – это партия будущего. Пенсионеры должны стать теми, кому на Руси жить хорошо. Все цены и тарифы в ЖКУ должны быть экономически обоснованы. Мы за введение нулевых пени, за несвоевременную оплату ЖКУ для пенсионеров, развитие системы ухода за гражданами старшей возрастной группы инвалидов, расширение географии реализации проектов «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Мы против неоправданной ликвидации больничных и профилактических заведений. Приходи на выборы, голосуй за себя. Партия пенсионеров. Номер 3 в бюллетене. Когда тебе становится трудно, ты идешь черпать силы у своей родной земли, бескрайней, свободной.
живой, где вечно будут жить в устах потомков подвиги ее сынов, живших и умиравших ради ее величия и процветания. Вместе мы сила, гражданская сила России. Дыши, дыши! Амбулатория рядом! Доберемся скоро. Тьфу ты, закрыли! Придется в район ехать. За последние годы были закрыты тысячи сельских больниц и акушерских пунктов. «Справедливая Россия» добьется возвращения на село медицины и образования. «Справедливая Россия» – номер 14 в избирательном бюллетене. Почему «Единая Россия»? Хорошо помню, как создавалась «Единая Россия». В этом была как раз моя инициатива. Нам предстояло выправить ситуацию. По сути, восстановить дееспособность государства. Укрепить его целостность и федеративные основы. Преодолеть раскол в самом обществе. И такой точкой сборки страны и стала «Единая Россия». За партию президента. За «Единую Россию». Земля! Земля! Я земля! Добрый день! Добрый день! День выборов! Ты, кстати, с выбором определился? Конечно. Отсюда вся картина как на ладони. И что за картина? Картина ясная. Партий много, а с народом одна. КПРФ. КПРФ. Мы правы. Мы сможем. Номер 12 в избирательном бюллетене. Дорогие избиратели, вы и ваши семьи – национальное достояние нашей России. Вас убеждают в том, что в стране ничего изменить нельзя. Это неправда. Мы с вами реально можем полностью сменить состав Государственной Думы, заменить правительство страны и местную власть, а затем срочно решить острейшие проблемы наших семей. Мы сделаем это и отвечаем за свои слова. Мы с вами патриоты России, последняя надежда нашей страны. За социализм, за советскую власть, за Советский Союз, против олигархов, против коррумпированных чиновников, против пятой колонны и НАТО. Компартия «Коммунисты России» нанесет 10 сталинских ударов по капитализму. Максим Сурайкин, товарищ Максим, лидер российских коммунистов. Голосуй за номер 2. Воруют же. В России всегда коррупция. Кризис, кризис. В мире так не делают. Нет, сами не справимся. Шансов нет. В седле лидер партии «Гражданская платформа». Не надо бояться. Нужно управлять. И мы возьмем любые барьеры. Голосуйте за партию «Гражданская платформа». Политика превратила нашу страну в мишень для санкций. Под ударом государство и экономика. Люди беднеют. Мы идем на выборы, чтобы поменять политику и власть. Чтобы поменять политику и власть. Мы хотим жить в свободной и процветающей России. 18 сентября голосуйте. 18 сентября голосуйте за яблоко. Голосуйте за яблоко. За новое яблоко. В России политика просто задушила экономику. Растут цены, остановился экономический рост, закрываются больницы и школы, люди беднеют. Это результат глубоко ошибочного курса власти. Чтобы сменить политику и власть, мы идем на парламентские и президентские выборы. Вы хотите жить в свободной, процветающей стране? 18 сентября. Голосуйте за яблоко. Когда тебе становится трудно, ты идешь черпать силы у своей родной земли, бескрайней, свободной, живой, где вечно будут жить в устах потомков подвиги ее сынов, живших и умиравших ради ее величия и процветания.
Здесь не раз было доказано, что и один в поле воин, если на его стороне правда, а в душе его вера. Вера в свой народ. Наша страна – это страна героев. Будем же едины. Вместе мы – сила. Гражданская сила России. Учитель получает копейки. Когда ему растить таланты? Стипендии студента хватает только на проездной, а есть нечего. Как учиться? Партии алчности, зависти и чревоугодия опять требуют голосовать за них? Партия «Родина» поднимет стипендии. Увеличит зарплату учителей вдвое. Партия «Родина». Национальный фронт. Номер один в бюллетене. Звезды славы, звезды великих побед куются из стали. Закаляются в жарком огне. Одна родина, один народ, одна судьба, один путь. Красная звезда – символ побед, символ единства и процветания нации. Символ Родины. Партия «Родина». Национальный фронт. Первые в бюллетене. Дыши, дыши! Амбулатория рядом! Доберемся скоро. Тьфу ты, закрыли! Придется в район ехать! За последние годы были закрыты тысячи сельских больниц и акушерских пунктов. Справедливая Россия добьется возвращения на село медицины и образования. Справедливая Россия. Номер 14 в избирательном бюллетене. Собственники жилья ежемесячно оплачивают капитальный ремонт своего дома. И, возможно, они смогут отремонтировать свой дом через 30 лет. Ну кто? Кто остановит это? Новые поборы в кризис отбирают у россиян последние средства к существованию. Справедливая Россия добивается отмены поборов за капитальный ремонт в домах. Я, Галина Хованская, прошу вас проголосовать за Справедливую Россию. Справедливая Россия. Номер 14 в избирательном бюллетене. Воруют же. В России всегда коррупция. Кризис, кризис. В мире так не делают. Нет, сами не справимся. Шансов нет. В седле лидер партии «Гражданская платформа». Не надо бояться. Нужно управлять. И мы возьмем любые барьеры. Голосуйте за партию «Гражданская платформа». Воруют же. В России всегда коррупция. Кризис, кризис. В мире так не делают. Нет, сами не справимся. Шансов нет. В седле лидер партии «Гражданская платформа». Не надо бояться. Нужно управлять. И мы возьмем любые барьеры. Голосуйте за партию «Гражданская платформа». В России больше 40 миллионов пенсионеров. Сегодня у них хотят забрать последнее. Хватит заставлять пенсионеров выживать на нищенскую пенсию. В стране очень много одиноких пожилых людей. Над ними издеваются. Отбирают жилье. Дети отправляют родителей в дома престарелых. Государство должно позаботиться об одиноких гражданах. В избирательном бюллетене наш номер 7. Голосуйте за ЛДПР. Народ хочет рынки и ярмарки, а супермаркеты растут как грибы. Народ хочет отечественное и свежее, а полки завалены импортным и замороженным. Народ требует справедливых цен, а торговая мафия их повышает. Единственный способ навести порядок – это национализировать всю торговую сеть нашей страны. В избирательном бюллетене наш номер 7. Голосуйте за ЛДПР. Ты пойдешь голосовать? Лучше на дачу съезжу. Побуду на природе. А ты? Я тоже. У меня и так давно не было выходных. Хочу дома поваляться. Часто голоса остаются забытыми. Их считают ненужными и бесполезными.
Но вместе они могут сделать мир лучше. Подумай о своем голосе. 18 сентября проголосуй за Российскую экологическую партию «Зеленые». Природе нужен твой голос. Мы взмыли в облака и опустились в пучину океанов. Мы отняли у недр то, что было скрыто, но ничего не дали взамен. Что делать, когда ресурсы планеты закончатся? Как сохранить чистый питьевую воду? Получить энергию солнца и ветра? Найдем ответы вместе. Проголосуй за Российскую экологическую партию «Зеленые» на выборах 18 сентября. Номер 5 в бюллетене. Как сын, как муж, как отец троих детей, дед троих внуков, обращаюсь к вам, дорогие женщины. Я считаю, что прежде всего вам можно доверить судьбу наших детей, наших семей, судьбу нашей страны. Именно вы больше всего испытываете трудности в нашей сегодняшней сложной жизни. Поэтому 18 сентября именно от вашего выбора зависит достойное настоящее и счастливое будущее. Партия «Патриоты России». Дорогие избиратели, вы и ваши семьи – национальное достояние нашей России. Вас убеждают в том, что в стране ничего изменить нельзя. Это неправда. Мы с вами реально можем полностью сменить состав Государственной Думы, заменить правительство страны и местную власть, а затем срочно решить острейшие проблемы наших семей. Мы сделаем это и отвечаем за свои слова. Мы с вами – патриоты России, последняя надежда нашей страны. Я Михаил Касьянов. Нынешняя власть завела Россию в тупик. Политика этой власти обрушила экономику. Именно по этой причине граждане сегодня беднеют. До сих пор в нашей стране не было политической партии, которая бы имела и опыт, и волю к проведению необходимых стране преобразований. Сегодня такая партия есть. Именно мы единственная партия, которая может провести системное преобразование, может изменить ситуацию в нашей стране. Будут политические преобразования, будет и экономический рост. Партия народной свободы «Парнас». Единственная независимая от власти партия в России. Впервые за последние 20 лет у России появляется шанс нового старта. Дай России шанс на перемены. Голосуй за «Парнас». Знаю по себе. Часто спортсмен выходит на ринг, готовый умереть ради победы. Наша задача – создать условия для честной победы. Для этого мы должны развивать массовый спорт. Уже в нынешнем году мы выделим на спортзалы в сельских школах свыше 1,5 миллиарда рублей. И обязательно продолжим эту программу дальше. Действовать в интересах людей – наша работа. Вместе с президентом. Партия «Единая Россия». Номер 4 в избирательном бюллетене. Почему «Единая Россия»? Нам всем нужна сильная и самостоятельная, открытая и благополучная Россия, где государство и граждане слышат и уважают друг друга, где каждый может реализовать себя, свой талант, потому что главное для нас – это люди. Самые простые, проживающие в городах и на селе, на всей необъятной территории нашей. Сделали Россию единой, сделаем Россию сильной. Партия пенсионеров – это партия будущего. Пенсионеры должны стать теми, кому на Руси жить хорошо. Все цены и тарифы в ЖКУ должны быть экономически обоснованы. Мы за введение нулевых пеней, за несвоевременную оплату ЖКУ для пенсионеров, развитие системы ухода за гражданами старшей возрастной группы инвалидов, расширение географии реализации проектов «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Мы против неоправданной ликвидации больничных и профилактических заведений. Приходи на выборы. Голосуй за себя. Партия пенсионеров. Номер 3 в бюллетене. Партия пенсионеров – это партия будущего. Мы защитим интересы настоящих и будущих пенсионеров в органах государственной власти. Пенсионеры должны стать теми, кому на Руси жить хорошо. Мы будем добиваться вместе принятия пенсионного кодекса, устанавливающего единый для всех принцип расчета пенсии, общественного контроля за оказанием медицинской помощи. Приходи на выбор. Голосуй за себя. Партия пенсионеров. Номер 3 в бюллетене.
Во главе списка Коммунистической партии «Коммунисты России» находятся товарищ Максим Сурайкин, председатель ЦК партии, Руслан Хугаев, кандидат экономических наук, Илья Ульянов, лидер организации «Атеисты России», Сергей Маленкович, имеет многолетний опыт депутатской работы, Ярослав Сидоров, боевой вожак коммунистов Москвы, Михаил Машковцев, возрождал коммунистическую партию в лихие и опасные 90-е. Татьяна Гурьева, организатор протестного движения за права трудящихся и женщин. Владимир Рязанов, врач-хирург. Алексей Алексеев-Клочков, борец против коррупции. В нашем списке нет олигархов. В нашем списке нет паровозов. В нашем списке нет артистов. У нас только настоящие коммунисты. Голосуй за номер два. Я Борис Титов. Я Татьяна Минеева. Олег Николаев. В политике настало время людей дела. Я уже более 11 лет занимаюсь бизнесом. Мой бизнес связан с розничными сетями, с общепитом. Генеральный директор управляющей компании. Люди дела идут в политику, потому что надо менять экономику. Цена на нефть упала, и теперь в стране надо научиться зарабатывать по-новому. И мы знаем, как этого добиться. У нас есть программа «Стратегия роста», которую мы разрабатываем по поручению президента Российской Федерации. Партия «Роста» создана для того, чтобы в стране была современная эффективная экономика. Росло число рабочих мест, а значит, у людей была достойная, обеспеченная и очень интересная жизнь. Я хочу построить комфортную страну для себя и для своих избирателей. Я хочу помочь малому бизнесу реализовать свои проекты. Если что-то хочешь изменить вокруг, начни с себя. И в этом наша социальная миссия. Голосуйте за нашу партию, и тогда в стране будет рост. За новый экономический рост. Партия роста. Земля, земля. Я земля. Добрый день. Добрый день, день выборов. Ты, кстати, с выбором определился? Конечно. Отсюда вся картина как на ладони. И что за картина? Картина ясная. Партий много, а с народом одна. КПРФ. КПРФ. Мы правы. Мы сможем. Номер 12 в избирательном бюллетене. Решили голосовать за коммунистов? Ищите в избирательном бюллетене цифру 12. Эмблему Коммунистической партии Российской Федерации... Фамилию Зюганов в списке кандидатов. Все соответствует? Голосуйте. В этом же бюллетене есть еще одна партия с похожим названием и похожей эмблемой. Не запутайтесь. КПРФ. Мы правы. Мы сможем. Уважаемые граждане России, в воскресенье, 18 сентября, состоятся выборы в Государственную Думу. Они проходят в непростое время. Время, когда на нас оказывается сильное внешнее давление. Время, когда страна противостоит кризисам. Время, когда особенно нужны ответственные решения ответственных политиков. Именно таких людей объединяет «Единая Россия». Мы знаем, что делать. Мы следуем курсу президента и отвечаем за свои слова. Я обращаюсь к каждому из вас. Я обращаюсь к тем, кто каждый день отдает свои силы и талант нашей стране. Я обращаюсь к тем, кто сегодня находится на заслуженном отдыхе. Я обращаюсь к молодым. Все мы граждане нашей страны и хотим, чтобы Россия была сильной и процветающей. Не отдавайте своего права выбрать будущее. Не выберете вы, за вас его выберут другие. Голосуйте за Единую Россию. За партию президента. За Единую Россию. В России больше 40 миллионов пенсионеров. Сегодня у них хотят забрать последнее. Хватит заставлять пенсионеров выживать на нищенскую пенсию. В стране очень много одиноких пожилых людей. Над ними издеваются. Отбирают жилье. Дети отправляют родителей в дома престарелых. Государство должно позаботиться об одиноких гражданах. В избирательном бюллетене наш номер 7. Голосуйте за ЛДПР. Я Михаил Касьянов.
Нынешняя власть завела Россию в тупик. Политика этой власти обрушила экономику. Именно по этой причине граждане сегодня беднеют. До сих пор в нашей стране не было политической партии, которая бы имела и опыт, и волю к проведению необходимых стране преобразований. Сегодня такая партия есть. Дай России шанс на перемены. Голосуй за Парнас. Дорогие избиратели, вы и ваши семьи – национальное достояние нашей России. Вас убеждают в том, что в стране ничего изменить нельзя. Это неправда. Мы с вами реально можем полностью сменить состав Государственной Думы, заменить правительство страны и местную власть, а затем срочно решить острейшие проблемы наших семей. Мы сделаем это и отвечаем за свои слова. Мы с вами – патриоты России, последняя надежда нашей страны. За социализм, за советскую власть, за Советский Союз. Против олигархов, против коррумпированных чиновников, против пятой колонны и НАТО. Компартия «Коммунисты России» нанесет 10 сталинских ударов по капитализму. Максим Сурайкин, товарищ Максим, лидер российских коммунистов. Голосуй за номер 2. Земля, земля. Я земля. Добрый день. Добрый день, день выборов. Ты, кстати, с выбором определился? Конечно. Отсюда вся картина как на ладони. И что за картина? Картина ясная. Партий много, а с народом одна. КПРФ. КПРФ. Мы правы, мы сможем. Номер 12 в избирательном бюллетене. Собственники жилья ежемесячно оплачивают капитальный ремонт своего дома. И, возможно, они смогут отремонтировать свой дом через 30 лет. Ну кто? Кто остановит это? Новые поборы в кризис отбирают у россиян последние средства к существованию. Справедливая Россия добивается отмены поборов за капитальный ремонт в домах. Я, Галина Хованская, прошу вас проголосовать за Справедливую Россию. Справедливая Россия. Номер 14 в избирательном бюллетене. В седле лидер партии «Гражданская платформа». Не надо бояться. Нужно управлять. И мы возьмем любые барьеры. Голосуйте за партию «Гражданская платформа». Партия пенсионеров – это партия будущего. Пенсионеры должны стать теми, кому на Руси жить хорошо. Все цены и тарифы в ЖКУ должны быть экономически обоснованы. Мы за введение нулевых пени, за несвоевременную оплату ЖКУ для пенсионеров, развитие системы ухода за гражданами старшей возрастной группы инвалидов, расширение географии реализации проектов «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Мы против неоправданной ликвидации больничных и профилактических заведений. Приходи на выборы. Голосуй за себя. Партия пенсионеров. Номер 3 в бюллетене. В седле лидер партии «Гражданская платформа». Не надо бояться. Нужно управлять. И мы возьмем любые барьеры. Голосуйте за партию «Гражданская платформа». Учитель получает копейки. Когда ему растить таланты? Стипендии студента хватает только на проездной, а есть нечего. Как учиться? Партии алчности, зависти, чревоугодия опять требуют голосовать за них? Партия «Родина» поднимет стипендии. Увеличит зарплату учителей вдвое. Партия «Родина». Национальный фронт. Номер 1 в бюллетене. Дела, которые мы поднимали долгие годы, сегодня под угрозой. Если сейчас мы все вместе не остановим падение экономики, экономика прокатится по всем нам, по нашим предприятиям, нашей собственности, нашим семьям. Нужно торопиться. Через 5 лет вам будет поздно жаловаться и некому. Надо встать и выйти на эти выборы в сентябре. Создадим в парламенте партию «Людей дела». Приходите на выборы и поддержите своих. Партия «Роста». Номер 9 в избирательном бюллетене. Учитель получает копейки. Когда ему растить таланты? Стипендии студента хватает только на проездной, а есть нечего. Как учиться? Партии алчности, зависти, чревоугодия опять требуют голосовать за них? Партия «Родина» поднимет стипендии. Увеличит зарплату учителей вдвое.
Партия «Родина». Национальный фронт. Номер один в бюллетене. Мы взмыли в облака и опустились в пучину океанов. Мы отняли у недр то, что было скрыто, но ничего не дали взамен. Что делать, когда ресурсы планеты закончатся? Как сохранить чистой питьевую воду? Получить энергию солнца и ветра? Найдем ответы. Проголосуй за Российскую экологическую партию «Зеленые» на выборах 18 сентября. Номер 5 в бюллетене. Народ хочет рынки и ярмарки, а супермаркеты растут как грибы. Народ хочет отечественное и свежее, а полки завалены импортным и замороженным. Народ требует справедливых цен, а торговая мафия их повышает. Единственный способ навести порядок – это национализировать всю торговую сеть нашей страны. В избирательном бюллетене наш номер 7. Голосуйте за ЛДПР. Я Михаил Касьянов. Нынешняя власть завела Россию в тупик. Политика этой власти обрушила экономику. Именно по этой причине граждане сегодня беднеют. До сих пор в нашей стране не было политической партии, которая бы имела и опыт, и волю к проведению необходимых стране преобразований. Сегодня такая партия есть. Дай России шанс на перемены. Голосуй за Парнас. Партия пенсионеров – это партия будущего. Пенсионеры должны стать теми, кому на Руси жить хорошо. Все цены и тарифы в ЖКУ должны быть экономически обоснованы. Мы за введение нулевых пеней, за несвоевременную оплату ЖКУ для пенсионеров, развитие системы ухода за гражданами старшей возрастной группы инвалидов, расширение географии реализации проектов «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Мы против неоправданной ликвидации больничных и профилактических заведений. Приходи на выборы. Голосуй за себя. Партия пенсионеров. Номер 3 в бюллетене. В России политика просто задушила экономику. Растут цены, остановился экономический рост, закрываются больницы и школы, люди беднеют. Это результат глубоко ошибочного курса власти. Чтобы сменить политику и власть, мы идем на парламентские и президентские выборы. Вы хотите жить в свободной, процветающей стране 18 сентября? Голосуйте за «Яблоко». Могут стать добрыми и счастливыми. Очень хочу, чтобы завод папы заработал. Пусть у меня, братика, папа и мама будет своя квартира. На земле никогда не будет больше войны. Мечтаю, чтобы у нашей семьи хватило денег вылечить мою сестренку. Это мечты наших детей. Они должны стать реальностью. Пора действовать. Мы правы, мы сможем. КПРФ. Я земля. Добрый день. Добрый день. День выборов. Ты, кстати, с выбором определился? Конечно. Отсюда вся картина как на ладони. И что за картина? Картина ясная. Партий много, а с народом одна. КПРФ. КПРФ. Мы правы. Мы сможем. Номер 12 в избирательном бюллетене. Политика превратила нашу страну в мишень для санкций. Под ударом государство и экономика. Люди беднеют. Мы идем на выборы, чтобы поменять политику и власть. Чтобы поменять политику и власть. Мы хотим жить в свободной и процветающей России. 18 сентября голосуйте. 18 сентября голосуйте за «Яблоко». Голосуйте за «Яблоко». Какое «Яблоко»? В России политика просто задушила экономику. Растут цены, остановился экономический рост, закрываются больницы и школы, люди беднеют. Это результат глубоко ошибочного курса власти. Чтобы сменить политику и власть, мы идем на парламентские и президентские выборы. Вы хотите жить в свободной, процветающей стране 18 сентября? Голосуйте за «Яблоко». Когда тебе становится трудно,
Ты идешь черпать силы у своей родной земли. Бескрайней, свободной, живой. Где вечно будут жить в устах потомков подвиги ее сынов, живших и умиравших ради ее величия и процветания. Здесь не раз было доказано, что и один в поле воин, если на его стороне правда, а в душе его вера. Вера в свой народ. Наша страна – это страна героев. Будем же едины. Вместе мы – сила. Гражданская сила России. Из наших пенсионеров сделали нищих. Чиновникам на это плевать. У них хорошие зарплаты. От политиков только пустые обещания. Что сделают партии блуда, алчности, зависти, гордыни или чревоугодия? Партия «Родина» разгонит пенсионный фонд, а триллион рублей направит на повышение пенсий. Партия «Родина» – национальный фронт. Номер один в бюллетене. Звезды славы, звезды великих побед куются из стали. Закаляются в жарком огне. Одна родина, один народ, одна судьба, один путь. Красная звезда – символ побед, символ единства и процветания нации. Символ Родины. Партия «Родина». Национальный фронт. Первые в бюллетене. Собственники жилья ежемесячно оплачивают капитальный ремонт своего дома. И, возможно, они смогут отремонтировать свой дом через 30 лет. Ну кто? Кто остановит это? Новые поборы в кризис отбирают у россиян последние средства к существованию. Справедливая Россия добивается отмены поборов за капитальный ремонт в домах. Я, Галина Хованская, прошу вас проголосовать за «Справедливую Россию». «Справедливая Россия» – номер 14 в избирательном бюллетене. Дыши, дыши! Амбулатория рядом! Доберемся скоро. Тьфу ты, закрыли! Придется в район ехать. За последние годы были закрыты тысячи сельских больниц и акушерских пунктов. «Справедливая Россия» добьется возвращения на село медицины и образования. «Справедливая Россия» – номер 14 в избирательном бюллетене. Воруют же. В России всегда коррупция. Кризис, кризис. В мире так не делают. Нет, сами не справимся. Шансов нет. В седле лидер партии «Гражданская платформа». Не надо бояться. Нужно управлять. И мы возьмем любые барьеры. Голосуйте за партию «Гражданская платформа». Воруют же. В России всегда коррупция. Кризис, кризис. В мире так не делают. Нет, сами не справимся. Шансов нет. В седле лидер партии «Гражданская платформа». Не надо бояться. Нужно управлять. И мы возьмем любые барьеры. Голосуйте за партию «Гражданская платформа». Дар политического предвидения дается не всем. В 1998 году Жириновский заявил, что ратификация договора о дружбе с Украиной откроет ей дорогу в НАТО. Через 8 лет Верховная Рада приняла закон о свободном доступе сил НАТО на территорию Украины. В 2010 году Владимир Жириновский отказался поддержать Харьковские соглашения как невыгодные для России. 4 года спустя Россия разрывает эти соглашения. Еще в 1992 году Владимир Жириновский заявил о необходимости вернуть Крым России. Все годы в Крыму и Севастополе работала подпольная ячейка ЛДПР. Через 22 года Крым и Севастополь вернулись в Россию. История всегда показывает, на чьей стороне правда. Если власть не хочет слушать и раз за разом упускает время, пришло время отдать большинство в Думе ЛДПР. В избирательном бюллетене наш номер 7. Голосуйте за ЛДПР. Меня зовут Олег Митваль.
номер 5, партия «Зеленые». Сейчас очень важный год. Я обращаюсь к вам, чтобы вы потом не рассказывали детям, что могли что-то сделать для своей страны и не сделали. Мы должны поменять Государственную Думу. Мы должны жить по тем законам, по которым можно жить. Мы должны понимать, что если в Государственной Думе опять будет цирк, то наши дети нам этого не простят. Мы должны сделать Госдуму местом, где работают профессионалы. Сегодня большинство граждан знает 20 депутатов Государственной Думы. Кто они, остальные 430 человек? Мы должны знать, кто и чем занимается в Думе. 18 сентября выборы депутатов Государственной Думы. Этот день важный для вас и ваших детей. Мы должны навести порядок в стране и сделаем это вместе. Россия будет чистой, Россия будет честной. Дорогие избиратели, вы и ваши семьи – национальное достояние нашей России. Вас убеждают в том, что в стране ничего изменить нельзя. Это неправда. Мы с вами реально можем полностью сменить состав Государственной Думы, заменить правительство страны и местную власть, а затем срочно решить острейшие проблемы наших семей. Мы сделаем это и отвечаем за свои слова. Мы с вами патриоты России, последняя надежда нашей страны. Власть должна быть ответственна и профессиональна. Нам необходим общенациональный прорыв. Каждая российская семья должна получать доход от использования природных ресурсов. Все заработанные деньги должны оставаться в регионах, а не уходить в федеральный центр. Мы вернем парламентский контроль над исполнительной властью всех уровней. Мы знаем, как победить коррупцию во власти. Мы приведем во власть 10 тысяч честных, порядочных и профессиональных людей. Мы отвечаем за свои слова. Я Михаил Касьянов. Нынешняя власть завела Россию в тупик. Политика этой власти обрушила экономику. Именно по этой причине граждане сегодня беднеют. До сих пор в нашей стране не было политической партии, которая бы имела и опыт, и волю к проведению необходимых в стране преобразований. Сегодня такая партия есть. Именно мы единственная партия, которая может провести системные преобразования, может изменить ситуацию в нашей стране. Будут политические преобразования, будет и экономический рост. Партия народной свободы «Парнас». Единственная независимая от власти партия в России. Впервые за последние 20 лет у России появляется шанс нового старта. Дай России шанс на перемены. Голосуй за «Парнас». Мы прочно удерживаем первое место в мире по количеству космических пусков. Активно развиваем орбитальную спутниковую группировку и создаем новые космические технологии. Космос обеспечивает заказами заводы и укрепляет народное хозяйство. Создавать будущее России – наша цель. Голосуй за партию президента. Партия «Единая Россия» номер 4 в избирательном бюллетене. Почему «Единая Россия»? Хорошо помню, как создавалась «Единая Россия». В этом была как раз моя инициатива. Нам предстояло выправить ситуацию. По сути, восстановить дееспособность государства. Укрепить его целостность и федеративные основы. Преодолеть раскол в самом обществе. И такой точкой сборки страны и стала «Единая Россия». За партию президента. За «Единую Россию». Голосуй сердцем. Голосуй за справедливость. Голосуй за партию пенсионеров. Все мы достигнем пенсионного возраста. Задумайся о своем будущем. Реформа пенсионной системы должна приниматься с согласия каждого гражданина страны. Партия пенсионеров. Мы больше, чем партия. Мы фундамент страны. Партия пенсионеров. За справедливость. Номер 3 в избирательном бюллетене.
Партия пенсионеров – это партия будущего. Пенсионеры должны стать теми, кому на Руси жить хорошо. Все цены и тарифы в ЖКУ должны быть экономически обоснованы. Мы за введение нулевых пеней, за несвоевременную оплату ЖКУ для пенсионеров, развитие системы ухода за гражданами старшей возрастной группы инвалидов, расширение географии реализации проектов «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Мы против неоправданной ликвидации больничных и профилактических заведений. Приходи на выборы. Голосуй за себя. Партия пенсионеров. Номер 3 в бюллетене. Во главе списка Коммунистической партии «Коммунисты России» находятся товарищ Максим Сурайкин, председатель ЦК партии, Руслан Хугаев, кандидат экономических наук, Илья Ульянов, лидер организации «Атеисты России», Сергей Маленкович, имеет многолетний опыт депутатской работы, Ярослав Сидоров, боевой коммунистов Москвы, Михаил Машковцев, возрождал коммунистическую партию в лихие и опасные 90-е. Татьяна Гурьева, организатор протестного движения за права трудящихся и женщин. Владимир Рязанов, врач-хирург. Алексей Алексеев-Клочков, борец против коррупции. В нашем списке нет олигархов. В нашем списке нет паровозов. В нашем списке нет артистов. У нас только настоящие коммунисты. Голосуй за номер 2. Я Борис Титов. Я Татьяна Минеева. Олег Николаев. В политике настало время людей дела. Я уже более 11 лет занимаюсь бизнесом. Мой бизнес связан с розничными сетями, с общепитом. Генеральный директор управляющей компании. Люди дела идут в политику, потому что надо менять экономику. Цена на нефть упала, и теперь в стране надо научиться зарабатывать по-новому. И мы знаем, как этого добиться. У нас есть программа «Стратегия роста», которую мы разрабатываем по поручению президента Российской Федерации. Партия роста создана для того, чтобы в стране была современная эффективная экономика. Росло число рабочих мест, а значит, у людей была достойная, обеспеченная и очень интересная жизнь. Я хочу построить комфортную страну для себя и для своих избирателей. Я хочу помочь малому бизнесу реализовать свои проекты. Если что-то хочешь изменить вокруг, начни с себя. И в этом наша социальная миссия. Голосуйте за нашу партию, и тогда в стране будет рост. За новый экономический рост. Партия роста. Сначала народ подсадили на кредиты. И народ влез в долги, из которых не выбраться. А теперь к людям отправляют коллекторов. Они издеваются, насилуют, жгут, стреляют, уничтожают, калечат. Ведут себя как бандиты и завоеватели. ЛДПР против этого. Положим вместе конец этому беспределу. Мы предлагали полностью запретить эту службу. Это криминал. В избирательном бюллетене наш номер 7. Голосуйте за ЛДПР. Дела, которые мы поднимали долгие годы, сегодня под угрозой. Если сейчас мы все вместе не остановим падение экономики, экономика прокатится по всем нам, по нашим предприятиям, нашей собственности, нашим семьям. Нужно торопиться. Через 5 лет вам будет поздно жаловаться и некому. Надо встать и выйти на эти выборы в сентябре. Создадим в парламенте партию людей дела. Приходите на выборы. И поддержите своих. Партия роста. Номер 9 в избирательном бюллетене. Социализм или варварство? Так стал вопрос еще 100 лет назад. Так он стоит и сегодня. Выход из кризиса есть. Мы предлагаем путь к справедливому государству, достойной жизни, лучшему будущему. Ваш голос нужен стране. Голосуем за КПРФ. Мы правы, мы сможем. КПРФ. Мы правы, мы сможем. Номер 12 в избирательном бюллетене. В стране царит несправедливость. Люди на черных машинах постоянно мчатся куда-то, с каждым километром разбивая чьи-то надежды и мечты. Как это могло произойти? Все словно застыли на месте по команде «Смирно». Больше нет времени ждать. Пора сплотиться и двигаться вперед. Вы должны сами определить свое будущее. Вперед или на месте? Уважаемые граждане России, в воскресенье, 18 сентября, состоятся выборы в Государственную Думу.
они проходят в непростое время. Время, когда на нас оказывается сильное внешнее давление. Время, когда страна противостоит кризисам. Время, когда особенно нужны ответственные решения ответственных политиков. Именно таких людей объединяет «Единая Россия». Мы знаем, что делать. Мы следуем курсу президента и отвечаем за свои слова. Я обращаюсь к каждому из вас. Я обращаюсь к тем, кто каждый день отдает свои силы и талант нашей стране. Я обращаюсь к тем, кто сегодня находится на заслуженном отдыхе. Я обращаюсь к молодым. Все мы граждане нашей страны и хотим, чтобы Россия была сильной и процветающей. Не отдавайте своего права выбрать будущее. Не выберете вы, за вас его выберут другие. Голосуйте за Единую Россию. За партию президента. За Единую Россию. В России политика просто задушила экономику. Растут цены, остановился экономический рост, закрываются больницы и школы, люди беднеют. Это результат глубоко ошибочного курса власти. Чтобы сменить политику и власть, мы идем на парламентские и президентские выборы. Вы хотите жить в свободной, процветающей стране 18 сентября? Голосуйте за «Яблоко». Народ хочет рынки и ярмарки, а супермаркеты растут как грибы. Народ хочет отечественное и свежее, а полки завалены импортным и замороженным. Народ требует справедливых цен, а торговая мафия их повышает. Единственный способ навести порядок – это национализировать всю торговую сеть нашей страны. В избирательном бюллетене наш номер 7. Голосуйте за ЛДПР. На прошедшей Всемирной математической олимпиаде сборная Российской Федерации заняла 21 место, худшее в нашей истории. Вот результат реформы образования. Если хотите, чтобы этот позорный кошмар прекратился, чтобы отечественное образование снова стало лучшим в мире, я, Анатолий Вассерман, прошу вас голосовать за справедливую Россию. Когда тебе становится трудно, ты идешь черпать силы у своей родной земли, бескрайней, свободной, живой, где вечно будут жить в устах потомков подвиги ее сынов, живших и умиравших ради ее величия и процветания. Вместе мы сила, гражданская сила России. В седле лидер партии «Гражданская платформа». Не надо бояться, нужно управлять. И мы возьмем любые барьеры. Голосуйте за партию «Гражданская платформа». За социализм, за советскую власть, за Советский Союз. Против олигархов, против коррумпированных чиновников, против пятой колонны и НАТО. Компартия «Коммунисты России» нанесет 10 сталинских ударов по капитализму. Максим Сурайкин. Товарищ Максим. Лидер российских коммунистов. Голосуй за номер 2. Решили голосовать за коммунистов? Ищите в избирательном бюллетене цифру 12. Эмблему Коммунистической партии Российской Федерации. Фамилию Зюганов в списке кандидатов. Все соответствует? Голосуйте. В этом же бюллетене есть еще одна партия с похожим названием и похожей эмблемой. Не запутайтесь. КПРФ. Мы правы. Мы сможем. В седле лидер партии «Гражданская платформа». Не надо бояться. Нужно управлять. И мы возьмем любые барьеры. Голосуйте за партию «Гражданская платформа». Меня зовут Олег Митваль. Номер 5. Партия «Зеленые». Сейчас очень важный год. Я обращаюсь к вам, чтобы вы потом не рассказывали детям, что могли что-то сделать для своей страны и не сделали. 18 сентября – выборы депутатов Государственной Думы. Мы должны навести порядок в стране и сделаем это вместе.
Россия будет чистой, Россия будет честной. Однажды ты понимаешь, что твое призвание – это то, чем ты сможешь поделиться. То, что сможет помочь в трудную минуту одним и придать силы другим. Ты понимаешь, что выбор должен быть укреплен смелостью, терпением, настойчивостью. Ведь твое решение – это твоя ответственность. Для меня важна каждая жизнь. Мы продолжим совершенствовать детские поликлиники и больницы не только в крупных городах, но и по всей стране. Так я вижу наше будущее. В интересах каждого. Вместе с президентом. Голосуй за партию президента. Партия «Единая Россия». Номер 4 в избирательном бюллетене. Никогда за свою историю Россия не испытывала такого унижения от международных спортивных организаций, как это происходит сейчас. Мы обязаны вернуть себе чистоту и славу страны-победителя. Для этого необходимо провести реорганизацию и реформирование всего отечественного спорта. И если вы хотите вновь гордиться победами наших спортсменов, я, Валерий Газаев, прошу всех, кто мне доверяет, проголосовать за «Справедливую Россию». «Справедливая Россия». Номер 14 в избирательном бюллетене. Почему «Единая Россия»? Нам всем нужна сильная и самостоятельная, открытая и благополучная Россия, где государство и граждане слышат и уважают друг друга, где каждый может реализовать себя, свой талант, потому что главное для нас – это люди. Самые простые, проживающие в городах и на селе. На всей необъятной территории нашей. Сделали Россию единой, сделаем Россию сильной. Земля, земля. Я земля. Добрый день. Добрый день, день выборов. Ты, кстати, с выбором определился? Конечно. Отсюда вся картина как на ладони. И что за картина? Картина ясная. Партий много, а с народом одна. КПРФ. КПРФ. Мы правы. Мы сможем. Номер 12 в избирательном бюллетене. Когда тебе становится трудно, ты идешь черпать силы у своей родной земли. Бескрайней, свободной, живой, где вечно будут жить в устах потомков подвиги ее сынов, живших и умиравших ради ее величия и процветания. Вместе мы сила, гражданская сила России. Воруют же. В России всегда коррупция. Кризис, кризис. В мире так не делают. Нет, сами не справимся. Шансов нет. В седле лидер партии «Гражданская платформа». Не надо бояться, нужно управлять. И мы возьмем любые барьеры. Голосуйте за партию «Гражданская платформа». За социализм, за советскую власть, за Советский Союз. Против олигархов, против коррумпированных чиновников, против пятой колонны и НАТО. Компартия «Коммунисты России» нанесет 10 сталинских ударов по капитализму. Максим Сурайкин. Товарищ Максим. Лидер российских коммунистов. Голосуй за номер 2. Власть должна быть ответственна и профессиональна. Нам необходим общенациональный прорыв. Каждая российская семья должна получать доход от использования природных ресурсов. Все заработанные деньги должны оставаться в регионах, а не уходить в федеральный центр. Мы вернем парламентский контроль над исполнительной властью всех уровней. Мы знаем, как победить коррупцию во власти. Мы приведем во власть 10 тысяч честных, порядочных и профессиональных людей. Мы отвечаем за свои слова.